Это была ответочка за то, что дал мне сожженный кофе. Это был просто кофе. Обычный, с молоком и сахаром. Такой, какой ты пьешь последние 3 года. Я просто был внимательным. По этой же причине я поднял зонт над твоей головой. Я просто вел себя порядочно. И когда это началось? Откуда мне знать, что ты не подсыпал что-нибудь в кофе? Это не я, эмоционально незрелый человек, а ты. Все, что напоминает близость, пугает тебя, и ты начинаешь наносить удары. Если секс заставил тебя перейти красную черту, то лучше нам вернуться к прежним отношениям. И не друзья, и никаких преимуществ.